Сейчас мод на пути генератом. Тусуйся, пляши, як кретин. Вони зіпсують тобі свято. Дурнів плюс один. В общем, Дурнев плюс один приехали в Одессу, и Валерий не мог пропустить это мероприятие. Валерчик. История. История, да. Как произошло название города Одесса? Так, только без зопового попа. Давай, сейчас я подумаю. А ты как думаешь? Начинается. Ой, я реально не в курсе. Здесь, короче, были старые греки. Как-то какие так. Еще старые греки? Ты просто пожилые люди? Ой, да, хороший вопрос. Не в курсе. Одесса? Одесса, это на юге город Украины. Не слышал, серьезно. На море. Одиссей. Одесситы. Одиссея, в общем. От Одиссея. Солнечный, нет. Я сам не знаю, если честно. Честно говоря, я не знаю. Я знаю, что в Америке есть штат Одесса. Но в те времена не была налажена такая связь с Америкой, что от американского города называть наш город нет. Что-то связано с Екатериной II. Екатерина II хорошо знала французский. И она где-то читала «Асе до» и как-то перевернула и назвала Одессу. Ну, здесь когда-то было племя Одессос. Одессос? Одессос. 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 Потом Екатерина II захотела, чтобы это было название женского рода, и назвали Одесса. Кто такие Потёмкин? Давай. Ну, броненосец Потёмкин, это назван поезд в честь него. Потёмкин, это там Ленин ездил на нем, броненосец такой был, да. Он основал сходы потёмкинские в Одессе. Император, может, какой-то. А он построил Потёмкинскую лестницу. Я знаю, что это броненосец. Маршал. Один был из основников, то есть, города. Он, наверное, как-то связан с революцией, с крейсером «Аврора». Революционер, нет. Потёмкин – это Потёмкин. Потёмкин – это граф, который принимал участие в градостроительстве Одессы. Светлейший князь, ну, времен Екатерины. Якийсь, мабуть, коханець Катерины. Что такое цимис? Может, не знаю, что-то с цитрусом связано. Цимис – это что-то связанное с замесом, может быть, цемента? Да, циркуль, похоже, цимис. Ну, это то же самое, что не цимис, только наоборот. Цветок, можно сказать. Первый раз слышу это слово. Ну, типа, самый цимис. Не знаю. Не слышал. Ну, конечно, ты не слышал, ты же про Одессу не слышал. Весь цимис там. Можно я не буду ничего говорить, чтобы не опозориться? Цимис. Цимис? Цимис. 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 А в Одессе это очень распространенное слово. Говорят, что это самый вот цимис, вот фразы, это самый сок. Единственный человек, который знает что об этом слове хоть что-нибудь. Вот, например, у нас есть черноморец. Да. Черноморец – это цимис. Да. Это цимис. Что такое порцеляна? Без понятия, я не знаю даже. Порция, наверное. Порция, может быть? Нет, это что-то из еды. Бум-бум-бум-бум. Без понятия. I don't know. Но это не солянка. Это не сольница, не перечница. Вообще. Порцеляновая кислота, кажется, есть, да? Нет? Порцеляна, ну, мне кажется, смесь какая-то, типа, глина, может. Честно, не знаю. Это выроб якийсь, может, чи материал. Що таке порцеляна? Порцеляна – это фарфор. Правильно. Расшифруй, пожалуйста, ЭВМ. ЭВМ. Это три буквы, да? Э – это М, мы его не трогаем. ВМ. Владислав Мартынович. Нормально так было? Да, так хорошо. Элементарная высшая математика. Электрический, всеизвестный магнит, я не знаю. Расшифруйте ЭВМ. Давайте IP. Давайте IP, на бис. Это интернет-протокол. Электровсемирная модель. Да. Электронная... Вымеривальная машина. Электровычислительная машина? Машины какие-то. Электровычислительная машина. Электронно-вычислительная машина. Да.
кто такие филателист? Вы знаете? Нет. Вы? Нет. Вы? Не знаю. Взагалі не чула такого слова? Нет, первый раз слышу. Не знаю. Це людина, яка щось збирає, ну, колекціонує. Філателіст. Ну, можна там підказку, намек какой-то. Це людина, яка колекціонує. Дітей. Не знаю. Блін, такі складні питання у вас. Я, наверное, можу ставити крест на своїй політичній кар'єрі. Ну, це, наверное, всі знають. Там збирає марки, колекціонер марок. Марки збирає. Чоловік, який збирає марки. Чем прославился? Кто, я? Ты? А. Город. А, город. Окей. Японский. Нагасаки. Нагасаки? Ну, я уже не буду спрашивать, как ты думаешь, я уже все понял. Вычеркиваем вопрос этот. Валерчик, ну... Ну, наверное, название красивое. Нагасаки. Ну, он сам за себя говорит. Он Нагасака. Находится в Японии. Потому что многие Тернополь тоже называют Нагасаки. Может, там казнили людей какие-то? Казнили людей? Не знаю. Нагасаки? Нагасаки это разве город? Да, японский. Да? Это не этот? Ну, какой-то человек известный, нет? Тем, что там жили нагасачане. Может, нету такого города? Тоже всегда эти... Это где? В Японии. Может, выпивка какой-то? Я из Одессы, я просто бухаю. Да. Боролись они при помощи ядерного оружия. На город Нагасаки была сброшена ядерная бомба. Кто сбросил? Американцы. Розшифруйте WC. Хто знає англійську? Ну, я знаю, але я не знаю, як це розшифрувати. Я не знаю, але це туалет, взагалі. Там просто люди пісять, какають, все. Woman, ну, це, мабуть, не підходить. Woman і... Ну, це ж не тільки для жінок, значить, це не woman. Woman and Superman. По-моєму, це не требує розшифровки. Ні, це два слова просто англійською. World, woman, right, wrong. Welcome, come in. Winter, water, windows. Давай, це, напевно, water. Ага, а сі? Не знаю. Water closet. Правильно. Water closet. Молодець. Как с юмором по-одесски сказать своей маме, что твоя девушка беременна? Так она так и беременна. Мам, прикинь, прикол, я залетел. Короче, залетела. Мам, ну, такое дело. Вчера Любку знаешь. Ну, вот так получилось. Мы с ней вместе бухали. Ну и вот будет у тебя, мам, внучара. Я сделала тест на беременность. А он спросил, сколько палочек. Я взяла вот так. Класс. Сколько палочек? А вдруг бы он не об этом спросил? Сказать маме, ну что, освобождай квартиру. Я беременна, смайлик. А ты знаешь, я поправилась. Да я что-то много говорю, что ты поправилась. Коли народився Тарас Григорович Шевченко? 9 марта 1814, вроде бы. 9 марта? 1814 года. 9 марта? 1814. Умер 10 марта. Здається, в 61-му. 9 березня, 198 років тому. Не знаю, 1814. 9 березня. 1800 каком-то году, наверное. Коли народився Тарас Григорович Шевченко? Ну, наверное, все знаю, то есть 9 марта. В селі Моринцик. Ти то знаєш. Давай. 2 березня. 49-го року, кажись. Ми з Одеси, ми просто бухаємо! Я із Одеси, я просто бухаю. Щас модно будь дегенератом. Тусуйся, пляши, як кретін. Вони зіпсують тобі свято. Льоша і Даша вас всіх накажуть, блін. Щас модно будь дегенератом. Тусуйся, пляши, як кретін. Вони зіпсують тобі свято. Дурнів плюс один. Да я не шучу, Вика. Здесь продается самый плохой клей на этой выставке. Езжай в Кловский лицей, у тебя там хорошо получается. Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.